Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Defense. Ну что ж, мы с вами остановились в Каире. Давайте-ка кое-что посмотрим. Вот, у меня здесь есть сундучок, который я хочу открыть. Ага, щит выпадает мне, гантелька. Еще одна гантелька, золотая уже, да? И горючки, 10 штук, плюс кубок. Это, кстати, неплохо. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Вау! Это что у нас такое, интересно? Хм, прикольная штука. Ладно, мы можем с вами апгрейдить наш самолетик. Ну, я думаю, наверное, нам не стоит. Мы с вами должны копить вообще-то деньги на новых юнитов, которые у нас скоро должны появиться. Забираем здесь реверт. Ага, коврик. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь путнее. Так, 40 опыта мне достается и витамины. Все, я понял. Ладно, переходим в Каир. А, миссия 4.6. Да? Тут можно, кстати, подкрывать еще маленечко, но на это все тратится горючее. Хотя горючки у нас пока хватает. Принять, конечно же, о чем тут речь. В общем, поехали, посмотрим. Так, что тут опять у нас такое? Что заморгало? А, это смотреть рекламу не хочу. Миссия 4.6, вперед, как говорится, и с песней. Кто у нас тут будет? А? Мне вот лично очень интересно, кто у нас тут будет. Помните тех летунов, да, камикадзе? Мне кажется, они здесь точно должны появиться. И они никуда, наверное, не денутся. Ну, я так, на всякий случай бросил. Давай вызовем, наверное, нашу барышню с гранатой. Сейчас мы будем эту гранату бросать как раз вот в эту жижу. Да, для того, чтобы она здесь загорелась. Вызываем чувачка с топорами. Ой, с топорами. Пожарного нашего, короче. Ну да, он с топорами и с лопатами. Весь, как говорится, оборудован по последнему слову техники. Вот, вот мне очень нравится, так это его массовая атака, когда он это бросает, все дело, да, и они к нему возвращаются бумерангом. Да ладно, не может быть, чтобы такая была легкая миссия. Тут какой-то подвох. Как пить дать, чувствую я это просто-напросто. Ну куда вы бежите, эй, голодранцы? Куда вы разогнались? Воу, а что случилось? Погоди, я... А... Что произошло? Почему массовый взрыв был сейчас только что? С какого вдруг перепуга-то? Так, дай-ка я их заморожу. Мне не совсем не нравится. Не-не-не-не-не-не, мы же не должны позволить, чтобы они мне бомбили базу. Верно ведь, друзья? Верно. Давай, автоматчик, входи. Почему их так много? И они какие-то усиленные, что ли? Или мне кажется, дай гранату брошь туда. О, это по-нашему. Давай, автоматчик, стреляй своей супер-ультой. В принципе, здесь ничего такого сложного нету. Идут просто огромные орды зомбарей. И все. Кулдаун. Не надо мне никаких кулдаунов. Должно быть все тип-топ. Все должно быть четенько. Бросили горючку. Вызываем еще одну барышню с гранатой. Мало ли там чего, да? Будем с вами защищаться, бросать гранаты. Конечно, лучше нам вызывать пожарного. Хотя мы, скорее всего, сейчас разнесем базу. Ну, да. Мы пробили баррикаду, и, соответственно, наш самолетик полетел. А мы с вами переходим на следующий уровень. Вау! Две гантельки золотые. Соточку бы, конечно, могли бы заработать с вами. Как же меня бесит разрабы, которые начинают вот все время вставлять рекламу после каждого перехода. Так, забираем здесь опыт. Все, да? У нас следующая миссия 4.7. Так, здесь кубок у нас. Поехали, будем смотреть, что же нас ожидает здесь. Тоже обычные зомбики или что-то будет посложнее? Пока стоят, не двигаются. Мы тоже стоим, не двигаемся, мы с вами копим сосиски, еду. Смотри-ка, стоят, не двигаются, что-то здесь не то. Какой-то подвох будет, как ни крути, я больше чем уверен. Я, конечно, вот сюда вот, наверное, брошу вот сюда горючку. На худой конец, если что, бросим туда с вами гранату. Я думаю, лишним она не будет. Можно позвать автоматчика, да? Можно, в принципе, позвать его. Давай-ка, наверное, еще вот сюда вот бросим горючки. Автоматчик, выходи. Должен тут ты наяривать по всем. Хотелось бы, конечно, бросить гранату, но я воздержусь. А вот снайпера, да, снайпера я призову. С ним как-то веселее. Он бомбит, да, прошибает целый ряд. Кто там у нас? Что за ханорики тут разогнались? Бегут уже. Давай, кинжальчик, пошел.
Слушай, ну если так вот дальше и пойдет, просто обычные зомби. Ну да, много, я не спорю, но они обычные. Никаких взрывников здесь нет, никаких камикадз. Хе, просто изейши. Ну, пробьем, да, мы должны пробить с вами этот блокпост. Вот и все. Слушай, может быть, я слишком крутой стал? Да нет, на самом деле здесь что-то не то, здесь какой-то подвох. Ну, открылось, да? Следующая миссия у нас 4,8. Так, здесь можно пооткрывать. О, ящик. Еще 10 горючки сверху. Подожди-ка, у нас было 28. Я взял 10 ящиков, так 28 и осталось. То есть мы больше 30 прыгнуть не можем, получается. Ладно, хорошо. Давай здесь тогда откроем, глянем, что у нас спрятано от нас в этих вот местах. О, миссия 4.14. Это слишком круто сейчас пока. Нет, 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 нет. Зачем? Не надо такого мне пока делать. Я просто просматриваю территорию. В общем, 4.8 у нас миссия. Тут, кстати, какая-то новая банка желтая. Смотрите. Такой еще не было. Ну и какие же монстры? Опачки! Это же... которые призывают скелетов. Верно? Верно. Ё-моё, не было печали. Слушай, их нужно как можно быстрее, друзья мои, бомбить. Я серьезно говорю. Как можно быстрее. Поэтому я вызываю нашего гренадира. Бросаю туда гранату. Вот так вот. Пока все хорошо, пока все хорошо. Давай, наверное, еще одну бочку сюда бросим. Поджечь вот этих вот охламонов нам нужно. Так, пожарный выбегает. Пожарный выбегает и... Давай, давай, давай. Эти скелетики, по-моему... А, нет, они не встают. Или встают? Я вот не помню, если честно, друзья. Я не помню, встают ли эти скелеты у нас. После того, как сдохли или нет. Ё-моё, тут с гранатами... С бомбами в груди, чуваки эти. Сейчас будет... Массовые взрывы. Я вам серьезно говорю. Нет, 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 нет. Не надо подходить. Скелетиков бомбим этих. Да ты посмотри, они эту армию свою плодят и плодят, плодят и плодят. И все это без конца и края. Черт подери, мы тут вообще сможем пройти? Мы сможем тут вообще что-то сделать против вот этой орды? Вот у меня вопрос интересный, конечно. Гранаты нету, ничего нету. Эти не успевают. Ты посмотри. Ладно, ребят, я бросаю гранаты. Здесь заморозим. Попытаемся. У меня вроде бы и снайперша, все бомбят. Но мы просто не успеваем. Смотри, что происходит. Ёпарсет, пол армии полегло моей. Пол моей армии полегло. А почему моего пожарного кто-то так быстро нахлобучивает? Кто это так делает? Вы не увидели случайно? Давай, 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 стреляем. Граната полетела. Вот так вот. Ну, дальше выходит пожарный. В принципе, тут все это можно сделать. А что такое летит, я не могу понять. Я только сейчас обратил, что по воздуху какая-то ересь летит. Может быть, их можно заморозить. Вот. Их можно заморозить. На какой-то промежуток времени это нам даст, ну, небольшое преимущество. А, тут пошли скелеты, которые ресаются. Дождались, блин, да, называется? Дождались. Не было печали, а они вон прискакали. Ну, я думаю, что здесь уже, конечно, ничего у нас не получится. Ну, этот уровень жесткий. Ну, согласись. Ну, ты посмотри. Мы просто не успеваем отстреливаться. Просто не успеваем. И через 18 секунд пойдет волна. Как они хотят, чтобы я здесь справлялся, я ума не приложу. Смотри, смотри, что происходит. Что бы я тут ни бросал, какую бы заморозку я ни применял, они все равно... проходят. Причем очень-очень быстро и очень-очень жестко. Волна, друзья мои. Ожидаем волну. Она бежит. Воу. Ничего себе тут натворил делов. А если я вот этих вот охламонов заморожу здесь? А вот тут подожгем. Может быть, у нас получится здесь простоять? Я, правда, в этом очень сильно сомневаюсь. Ну... горите, псы! О, у нас ульта была! Я немножко, ребята, опростоволосился. Ну-ка, попробуем. Что мне это даст? Мне... мне это ничего не дало. Мы не справляемся. Тут ужас, что происходит.
Вы, наверное, сами видите. Это вообще так, это что? Это трэш. Это просто трэш. Почему-то пропеллер не останавливается, он бомбит. Но без понятия, что нам тут делать. Заморозку бросить только если. Нет, они разбомбили мне наш самолет. Не ожидал я, конечно, да, такого трэша. Ну что же, давай попробуем. У нас есть с вами определенные скиллы, которые, я думаю, нам помогут. Так, это, по-моему, ускорение, это сила атаки, а это защита. По-моему, должно быть именно так. Ну что же, бросим сюда с вами побольше горючки, да? Вызовем нашего гренадира. Нашего гренадира мы вызвали, а толку-то от него? Давай бросай свою гранату. Вот так вот хотя бы, для начала. Дальше поджигаем. Будем здесь всю землю жечь. Не давать им никакого, друзья мои, прослабления. Абсолютно никакого прослабления. Пускай они здесь горят. Без остановки будем их здесь палить. Снайпер, выходи. Гранату еще одну бросим. Во. То-то и оно. Главное вот этих вот ханориков нам уничтожить с вами. Как вот эти вот гаврики спадут со своих тронов, да? Сразу жизнь наладится, поверьте мне. Можно вот тут еще вот так вот сделать. Заморозочку. Но. Заморозочка сделана. Бросаем, конечно же. Подожди-ка, у нас гранаты нету, да, больше, к сожалению. Гранаты больше нету. Зато вызываем еще одного пожарного. Можно вызвать, кстати. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо летунов здесь. О. Вы будете бомбить. Так, они бомбят. Они стараются, они пытаются. Все у них отлично получается. Я еще одного снайпера призвал. Я сюда опять же бросаю горючку. Ну, уже что-то. Вы сами прекрасно, наверное, видите. Уже хоть как-то мы с вами здесь справляемся. Я вот здесь вот еще заморожу этих гавриков. И в этот момент побросаю побольше горючки. Зачем мне горючка здесь нужна? Ну, чтобы вот этих вот упырей просто сжечь. Гранаты у нас пока, слава богу, есть. Вот эти вот скелеты меня нервируют. Так, еще бросим горючки. Вон тех заморозим. Пока, на определенное количество времени. Так, минус один, да? Одного мы с трона все-таки уже уронили. Так, это уже хорошо, что мы уронили. Давай дальше разливать масло. Можно бросить гранату. Вот так, пускай горят. Так, волна, друзья мои, намечается через 28 секунд. Это напряженный момент, если честно. Так, еще одну гранату бросим. Да мы добьем этого ханорика или нет, а? Все, упал. Он упал со своего трона. Давайте побольше вот здесь вот масла разольем. Потому что сейчас через 10 секунд побежит волна. Я не знаю, успеем ли мы здесь с вами отбиться. Мне кажется, что вряд ли. Я усиливаю нашу команду. Вот таким вот образом. И готовимся. Активируем все скиллы. Бросаем гранаты. Ураганчик этот применяем. Вызываем еще одного снайпера и ждем. У нас только лишь ожидание, друзья мои. Больше ничего нету. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не надо, не надо. Ты посмотри. Они проминают нас, по-моему, да? Потихоньку, полигоньку они нас прожимают. Гранату бросаем. О. Так, автоматчик. Давай, выходи. Да сколько же их тут, а? Они кончатся когда-нибудь или нет? Должны же закончиться ведь, так? Нам бы выжить в этой суете, и все у нас будет хорошо. Да они без конца, по-моему, здесь бегут. По крайней мере, вот эти вот скелеты точно встают на постой. Так, смотри, что происходит здесь. Так, нам нужны пожарные. Для чего? Для того, чтобы пробить баррикаду. А эти скелеты будут все время вставать, так ведь? Да, они будут нам постоянно здесь мешать. Один пожарный уже пошел. Один пожарный уже пошел. Давайте, наверное, еще одного пожарного вызовем. И кинжальщика, потому что он быстрее. Да, все, на 3 звезды. Слушай, мы с вами справились здесь вообще идеально. Ну что, у нас с вами должна быть следующая миссия. Это 4-9. Кстати, здесь нужно забрать... Ага, 100 опыта мы получили, да? Мне бы, конечно, лучше денег бы дали бы целую кучу, чем опыт.
Верно я говорю? 4,9 миссия, тут золотая подкова, и мы с вами приступаем. Кто на этот раз тут? Начинает сразу с тех самых мертвецов, которые будут постоянно оживать. Плюс идет громила с ящиком, чувак с бомбой в груди. И я даже не знаю, с чего начать. Хотя, почему не знаю, я все прекрасно знаю. Начнем мы с масла. Так, они сразу начали идти. Естественно, мы сейчас бросим с вами гранату. Мы должны запалить вот эту всю дребудень. Вот так вот. И вызываем с вами пожарного. Вызываем пожарного. Сейчас ящик полетит. Сейчас полетит ящик. Но не убил, да? И это хорошо. Это хорошо, что он никого не убил здесь. Единственное... Опс! Вот они. Вот они, эти дурачки, друзья мои. Вот они, дурачки эти появились. Так, ладно, вызываем автоматчика. Я сказал, автоматчика вызываем. И разбрасываем здесь везде масло. Снайпер нам тоже здесь пригодится. Без него я никуда не пойду. Так, вызываем еще одного пожарного. Ой-ой-ой, траванули. А, смотрите, пожарному все равно на это отравление. Он дальше себе спокойненько идет. И не унывает, и не грустит. И это круто. Возможно, мы сейчас можем пробить довольно легко баррикаду. Не хочу забегать вперед, но есть такой шанс. Давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Блин, еще один чувак бежит с коробкой. Так, пожарный, давай. Уже половина баррикады разнесли. Перезарядка, все дела. Скелет этого накумарим. Ну давай, давай, давай. Да господи, не хватает ему. Ну пробей, сейчас горит, не успеет, да? Ну тут еще один пожарник на подходе, поэтому нормуль. Все у нас удачно получилось. 3 звездочки, как полагается, самолетик наш полетел. И у нас следующая миссия — это 4,9. 4,10 даже. Что-то моргает, все моргает, но я ничего не вижу, друзья. Ничегошеньки. Так, а тут у нас, ага, видосики за бабосики. Ну, тут ускорение. Что у нас тут на продаже? 15 карточек на собаку, плюс к самолетику. Кстати, почему-то мне до сих пор собаки не досталось. А раньше, когда я в первую версию игры играл, да, она мне чуть ли не сразу выпала. Ну, а здесь нифига подобного. Воу! Командир, генерал, да? Генерал Зомбарей здесь стоит. Еще тот противник. Так, идет кучка зомби сзади подкрадывается. Естественно, я начну смаслиться. Как же без него? Кстати, как только ты бросаешь масло, да, автоматически они начинают бежать. Типа я как бы даю отмашку на активацию. Ну что, бросим, наверное, мы с вами, да? Достанет? Ага, достало. Ну что же, пускай горят. Там, как говорится, им и место. Давай, пожарный, подходи. Ну видишь, сейчас бочку бросят. Не бочку, а... Ну вы поняли, да? Ящик свой паршивый. Так, а пожарный здесь уже... Да ладно, почему он столько урона получил? Эй! С чего это вдруг? Ну-ка, дай-ка гранатку брошу туда. Вот так вот. Будут знать свое место, паршивцы. Давай, раскумариваем, раскумариваем их. Снайпер. Конечно же, снайпер нам не хватает здесь. Зачем мне золото? Дайте мне лучше сосисонов побольше. Да? Слушай, смотри, что происходит. Они уже какие-то стали крепкими. Они разбираются намного-намного сложнее. Вот что я сейчас заметил. Раньше они были поватнее. А сейчас... Нет, сейчас смотри, какие крепенькие. Да, конечно, ручонки свои паршивые уже хотел в землю воткнуть, чтобы меня достать. Не тут-то было. Давай, автоматчик наяривай. Как же вы мне все дороги, а? Как же вы мне все дороги-то здесь? Сила здесь за снайперами. Поэтому снайперов здесь, мне кажется, нужно прокачивать как можно лучше и круче. Ну, вы посмотрите, издалека. Да, он бомбит не так часто, но зато он пробивает целый ряд. И довольно неплохой урон. Видите, особенно вот этих вот ватных зомбарей. Он вообще их не считает ни за кого. Просто разносит в хлам и все. Собаки. Вот это плохо. Собаки очень быстрые, да? И очень много наносят урона. Так, я вот здесь вот, если что, горючечку разолью на всякий случай. Ну, мало ли там какой-нибудь пройдоха пойдет, чтобы мы могли здесь поджечь. А он как раз и идет. Я могу сделать вот так вот. Почему я не сработал? Вот. А мой пожарный в этот момент будет пока потихонечку бомбить им баррикаду. Ну давай, 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 родной, пробивай. Пробивай ты давай. Нет, он отвлекся, он отвлекся. Видел, что снайпер делает? Просто ряд. И снес. Все, 3 звезды, изи. Изи катка.
Так, два шарика. Поехали дальше. Следующая миссия 4.11. А какая последняя у нас? 4.15, что ли, получается? Наверное, 4.15 это будет последняя, да? Ладно, хорошо, давайте еще одну миссию мы с вами, наверное, пройдем на сегодня, да? И будем, наверное, закругляться. Так, гоу, конечно, гоу. Ага, зима, зимушка у нас наступила. Так, у нас здесь зомби с булавой, да? Естественно, наверное, он отравляет или взрывается? По-моему, он отравляет. Ой-ой-ой. Тихо, совсем мне вот этот вот расклад не нравится. Давай, выходи. Начнем тут потихонечку развлекаться. Сейчас он бросит этот ящик свой паршивый, а? А может быть, не успеет? Нет, наносим урон, но не такой... Тихо! Урон, да? Урон все-таки мы получили. Да, периодически вот такие вот охламоны здесь появляются, которые вот вредят, пакостят нам просто-напросто. Давай, строчи, что есть мочи. Так, снайпер. Минус. А, нет, друзья, они просто взрываются, даже не отравляют, ничего такого нету. А вот эти вот с ящиками, да, конечно, тут дают. Ага, а вот этот вот, ну-ка, ладно, подожгем их. Вот таким вот образом. Активируем скилл. Сосисон нам выпал. Не-не-не-не-не-не. Ну ты посмотри. Ай-яй-яй, взяли и всех моих юнитов поуничтожали, а? Голодранцы. Причем они пролетают им на огонь, как вы видели, по барабану. Ну что, наверное, еще, наверное, будем вызывать сейчас пожарного. Да я брошу гранату туда, в конце концов. Они уже запарили. Где сосисоны? Мне нужны сосиски. Так, собаки идут. Естественно, их замораживаем, чтобы, как говорится, без дамага. Будем поджигать опять же с вами здесь землю. Но как у нас, получится, не получится, как думаете, пройти на 3 звездочки? Конечно же, мне хотелось бы. Эти скелетики меня немножко отвлекают. Ну да ничего страшного, пожарного еще он. Оп! Тихо, тихо, откуда вы тут взялись-то, смурфики? А? Откуда вы взялись тут, голодранцы? Ай, как же быстро они раскумаривают, а? И пожарный, конечно же, отвлекся на вот этих вот зомбарей. Пошел куда не нужно. Опять же, нам выпадает золото. Мне нужны сосиски. Сколько я буду уже об этом вам говорить? Во! Сосисон выпал. Ну, там от базы-то осталось шиш да не шиша. Ты посмотри. И опять же сейчас пойдет. Да ну, не может быть, друзья мои. Сейчас, скорее всего... Есть! Ничего подобного. А почему? Погоди, а у нас же кто-то там врезался же, да, в наш самолетик. Ну что, друзья мои, главное, что мы с вами прошли этот уровень. Пускай даже пока на 2 звезды, можно будет потом перепройти. И мы остановились с вами на 4.13. Но остальное мы уже будем проходить в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.